Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Вы, наверное, думаете, что же он придумал в этом выпуске? Что же он нам покажет? В этом выпуске пойдет речь про ультимейт Абадона и отрицательный урон. Давай сначала вспомним, да, как работает ультимейт Абадона. В этом нам поможет снайпер. То есть враги отнимают здоровье у Абадона. У него срабатывает ультимейт, и весь урон идет ему в реген. Опс, 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 вот вы видите, да? Хорошо, допустим. Для этого нам нужен будет такой герой, как Тейчис, у которого минимальное количество урона 30 единиц, и Бейн, у которого есть первый скилл, это снижение урона. Теперь смотрите, давайте то же самое сделаем. Сначала мы откатим ультимейт. Опять отнимем здоровье, активируем ульту Абадона, но уже силами Тейчиса. Ну, давайте немножечко поможем. Немножечко. Теперь смотрите, вот на эту шкалу. Отнимается здоровье, да? Сейчас работает ультимейт Абадона и идет восстановление здоровья. Все правильно, да, это норма, это стандарт. Хорошо. Но как же нам сделать, чтобы когда срабатывает ультимейт Абадона, у него здоровье шло не в плюс, а в минус? В этом нам поможет эффект отрицательного урона. Ладно, делаем опять. Откатываем ультимейт Абадониуса, неповторимуса. Помоги нам, друг. Пукс! Начинаем наяривать. И сразу же подготавливаем Бейна. Когда сработает ультимейт у Абадона, мы наложим отрицательный урон на минера. Смотрите. Опа! Все. Видите, здоровье идет в минус. Все, меньше одного хп он не может отнять. Вот так вот. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.